Театр теней Лао Чан Пхиин – один из театральных жанров в городе Хуаин провинции Шанси. Это один из родоначальников китайской драматургии с 2000-летней историей. Лао Чан как жанр, который впервые появился в деревне Шуан Чуан города Хуанин, которая находится на берегу Хуанхэ у подножия горы Хуашан. В деревне большинство жителей носит фамилию Джан. 60-летний Джан Си Мин – один из тех людей, кто унаследовал искусство театра теней Лао Чан Пхиин. Он также является в этой деревне главным вокалистом театральной труппы Си Мин. Музыка, которая из поколения в поколение исполняется ими, является музыкой театра теней Лао Чан Пхиин. В надписи на памятнике времен династии Западный Хан говорится, что за этой деревней был расположен большой склад зерна. 2000 лет тому назад более сотни тонн зерна хранилось в этом складе. Это зерно потом поставлялось в город Чхан-Ан. С 1980 по 1983 годы специалисты Института археологии провинции Шанси обнаружили в этом месте остатки 6 складов, где хранилось зерно. Город Хуаин находится на стыке провинций Шанси и Хэнан, в 120 километрах от города Сиан. Он располагался на важном транспортном пути княжества Чин и являлся важным водным каналом между 8 провинциями. Город Хуанин состоит из двух частей – высокая южная часть, а низкая – северная. На юге города находится гора Хуашан, а на севере – место слияния рек – Хуанхэ, Лоухэ и Вэйхэ. Мы называем это Фанчанчи. 在三河口的南边，啊，三河口离这边就是有十来里地。这个地方，如果是在这个天气晴朗的时候，就可以看到黄河、渭河、罗河的那三个地方。 Во времена династии Западный Хан в месте слияния этих трех рек был важный речной порт. В то время сюда привозилось продовольствие со всей страны. Обработанное зерно транспортировали водным путем в тогдашнюю столицу Чхан-Ан.当前就船上的将士，当地的船工，他们一边拉着这个拉纤，一边喊着号子。后来我才放船的时候还走访着，不晓得从这个老龙是不是能记得是过去的，发过号子，他哼声几句，但是从这个从节奏上，许许多地方都是很活泼的。再到后来有了皮影，他就以皮影为载体，演唱老腔，表现皮影，这应该是老腔最早的形成。 Сегодня мы не знаем, где был расположен тот речной порт. В деревне Шуан-Чуан на берегу Хуанхэ остался лишь театр теней Лао Чан. До сих пор театральные труппы Си Мин, Тюн Мин, Син Мин и семейная труппа Джан выступают в городе Хуаин, а также и в соседних районах. На свадьбах, похоронах и крупных мероприятиях Джан Си Мин со своей театральной труппой показывает спектакли театра теней Лао Чан.
Для Лао Чан характерна вольность и мужественность, что отличает его от ласкового сердечного характера китайского искусства. Напевы Лао Чан обладают захватывающим темпераментным стилем.老乡，树下一个能表达英雄人物的那一种表现。你看那个，除了刚才曹操那边演的那个，啊，那啥，头戴手发冠，身穿玉莲花，胸前狮子头，腰中跨龙泉，好像英雄人物上战场不怕死的那种精神。 В спектаклях театра теней Лао Чан в основном описывается история древнего Китая. Театральная труппа состоит из 5-6 человек, которые своим пением доставляют людям большую радость. 你看这学生唱的呢，哎，我这里乡亲啊，哪里家，你看就不一样了。再和小四这，夜里走过桃花店，儿里过了杏花村呐。 В театре теней Лао Чан поет один главный певец. Когда же меняются картины, то вся труппа хором и громко подпевает ему. Всю публику в дополнение ко всему потрясает удар под доскам из дерева финика. Небольшое помещение, где актеры показывают представление театра теней Лао Чан, заполнено музыкальными инструментами и куклами, сделанными из кожи. Говорят, что раньше в театре теней Лао Чан было более 20 видов музыкальных инструментов. Однако во время своих многочисленных выступлений по всему миру часть инструментов растерялась. Сегодня осталось только около 10 видов.主唱的啊，一个是鼓、干鼓，再一个是手锣，再一个云锣，这个板，这个乐琴，这基本是五样东西。拉板胡的一个板胡，一个吹的那喇叭，再还一个大轿子，这是三样，这就八样了。打胡茬的呢，一个棒子，一个中铃。 哎，一个马锣，一个大锣，就四样。哎，在这个腹前手吹喇叭，这个单板。 Лао Чан поражает людей не только могучим и чистым звуком голоса, но и звуком, идущим из глубины души исполнителей. Обычно у Джана довольно хриплый голос, но на сцене его голос становится громким и звонким. Он может петь без перерыва несколько часов, и при этом его голос будет становиться все звонче и сильнее.
意思就是，在这个三个小时的情况下，一个小时上一次香，他从第一开始，嗓子就慢慢发到热了，哎，发到热了以后，到中间就开始上点，吸到这最后可以再上一次，这最高的，他就不容易坏。 Лао Чан обладает безудержным природным стилем, но петь в высокой тесситуре довольно трудно. Чтобы голос оставался звучным, 60-летний Джан Сеймин часто приходит распеться на склоне горы.这个地方就是用是经常在这边练声，练声的地方一个要高，再个要对这个气儿没有手的可以练一练，哎，从低到高，一，啊。 Чтобы овладеть Лао Чан, обладание хорошим голосом недостаточно. В театре теней Лао Чан нет и не было нотной записи. Мастерство исполнения передается из уст в уста. Каждая оперная драма обычно длится более часа, ведь текст в ней очень длинный. Некоторые вещи очень трудно запомнить, поэтому в детстве Джан Сеймин получал тумаки и ругательства со стороны отца. 有时候你这一段子啊，或者是有三两句，这个调音声不够到位，几次不到位，这个夫妻方面或者家里人他就不满意。好像你这个人很美，他不搭理你，不小孩儿媳妇，哎，或者把你给困在这儿，回家是叫你定条砖了，你把这个学会了以后。 Лао Чан зародился в городе Хуаин, в семье Джан. Мастерство исполнения передавалось только членам семьи Джан, и такая традиция продолжалась очень долгое время. 传男不传女，除非把这个传着女方，你一出嫁把这个不是带出去了。再一个，我们这边姓张的比较多，哎，后来传成这个江西了，传成张家的江西，必须只要是姓张的都可以传，你其他杂姓就不传你。去。 В период расцвета театра теней Лао Чана в деревне Шуанчуан, где проживает всего несколько сотен жителей, работало более 10 коллективов. Хотя Лао Чан в конечном счете стал распространяться и в другие места, но консерватизм Лао Чан влиял как на развитие этого вида искусства, так и ограничил его распространение. 有几个现在是换成老乡，仅仅做个一二十个人，就没有人了，啊，就是能做的老乡的，能唱的，就是不到十个人。 Искусство исполнения данного народного искусства должно передаваться из поколения в поколение. Джан Сеймин очень хочет передать это мастерство своему сыну, однако сын не любит это искусство. После окончания средней школы он отправился на заработки. 他本身都不爱这个东西，一听这个就脚操就跑了，还别说他学，他一晚上来了这个其他人来要你要唱一把戏，自己唱的时候，他就跑了，都不听。 他都不愿意学。 С
Самому старшему актеру Лао Чан более 70 лет, а самому молодому уже за 50. Искусство театра теней уже более чем 2000 лет передается из уст в уста. Ранее Лао Чан был очень популярен, но сейчас желающих посмотреть его спектакли стало заметно меньше. Театр теней Лао Чан развивался на протяжении 2000 лет. Неужели он подошел к конечной стадии своего развития? Актеры театра теней Лао Чан и не предполагали, что появление только одного человека сможет изменить их судьбу. Но он изменил и судьбу этого искусства. Зовут его Дан Ан Хуа. Дан Ан Хуа собрал всех артистов театра теней Лао Чан и рассказал им свою смелую идею. Он предложил, чтобы актеры вышли из глубинки и показали свое мастерство на сцене лицом к лицу зрителю. Выступление театра теней Лао Чан на большой сцене была хорошая идея, но когда все дошло до дела, оказалось, что не все так просто. Актеры 20 дней репетировали постановку драмы на большой сцене. Актеры театра теней Лао Чан впервые показали свое искусство на большой сцене, и которое завоевало сердца миллионов зрителей. Отсутствие белого экрана было маленьким шагом вперед, но именно этот шаг помог актерам показать Лао Чан на большой сцене и продемонстрировать его зрителям всей страны. В июне 2006 года 12 актеров театра теней Лао Чан в столичном драматическом театре Пекина показали «Бай Лу Юан» режиссера Лин Чжао Хуа. Выступление актеров прошло с большим воодушевлением и невиданным размахом. Зрители столицы глубоко потрясло первобытная и естественная сила этого искусства. Это
Сегодня все больше и больше людей познают театр теней Лаочян. Этот вид искусства и его актеры вышли из глубин народного творчества. Постепенно Лаочян пришел в города Сиан, Шэньчжэнь, Шанхай, Пекин и другие. Одним из видов древнего искусства театр теней Лаочян, как и гора Хуашан, стали новой визитной карточкой города Хуаин. Все больше и больше людей интересуются деревней Шуанчуан и старинным театром теней.陕西，那咱们那个老腔艺人就是陕西，不是？这也是黄河沿岸孕育出来的文化，是吧？抱着学习的态度去学习一下。是，这个张大爷，哎呀，是我们非常重要的文化。嘉宾，龙兄，老张，哪里哪里？哎，不是，不是，这就嘉宾到你，你很荣幸。 Музыка Лаочян своей огромной силой и взволнованностью произвела большое впечатление на участников благотворительной акции. К тому же они проявили большой интерес к этому искусству. Певец Жэн Сянчи от имени всех участников акции даже попробовал пропеть в стиле Лаочян. После демонстрации искусства исполнения драмы Лаочян на большой сцене и на телеэкране этот вид искусства стал пользоваться большой популярностью. Многие люди проявили к нему большой интерес. Актеры стали нарушать многотысячелетнюю традицию, по которой мастерство исполнения передается только сыну, а не дочери. Они начали преподавать Лаочян людям с другими фамилиями, а также и женщинам. Древний театр теней Лаочян начал постепенно изменяться. 你在这个过去那个时候，你外夫人来学不教你，不学不教你不教你，只能教你的干活，在这个挖皮泥，后槽就是大棒子种植，大麻子给你带去，驻场不教你。现在就不行了，现在你教这个就是学，不管你还是被学的外学的，是一个姓张的不姓张的，都可以学，你必须就没有这个学，你如果不往这个。 不按下世来办的，你这个剧目就可以就没有了。刘五伢去的那个深圳，我就特别就羡慕想学，想学心有顾虑，有顾虑我说有点人都没有女的学，我学还有点不好意思。再还有一些想法，哎呀，这么好的就是文化传统，女的没有学，我也感觉说他们儿学，他们儿学，我学去。 Сейчас мастер Джан очень рад, что благодаря его влиянию его внук Джан Мон также стал проявлять интерес к Лаочян. Под внимательным присмотром дедушки Джан Мон уже может петь некоторые части текстов драмы Лаочян. 你得。
略带笑容地给他讲，他很兴趣，他学的。你如果努力后，我不学这了，那你一跑，你到他不一定给你学。再一个，从这个佛法方面给他要说，一个是说你这个念书归念书，对不对？你考上大学了，你念你的书，但是你大学时候还有拉二胡的，是不是？还有搞这个小提琴的。你是娱乐活动嘛？你把这个学会了以后，你考上大学，你可也可以唱了，唱一把老腔嘛。他大学时还没听过。这是我爷爷的一种祖传，现在传到了我手上。我即使考上大学，也必须利用时间把它好好学，因为这是一种祖传，会没有人学，可能会失传。如果考不上大学，我必然会把它珍惜，一定会认真的学。然后传给下一代。Река Хуанхэ течет уже несколько тысяч лет. И деревни Шуанчуан, расположенные на берегу реки Хуанхэ, где местные жители поют лаочан, также несколько тысяч лет. И хотя на сегодняшний день театр теней лаочан и сталкивается с различными трудностями, но лаочан, как и река Хуанхэ, стали неотъемлемой частью жизни местного населения. Лаочан продолжает развиваться и передаваться из поколения в поколение.